Обеспечить безопасность во время массовых мероприятий, во время Дня знаний 1 сентября и в дни голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы и Госсовета Республики. Речь об этом шла сегодня на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Планы по обеспечению безопасности разрабатывают специалисты разных ведомств, прежде всего силовых структур. На эти цели в текущем году из бюджета выделено 110 миллионов рублей, что в 2 раза больше, чем в 2020. Замечу, что Чувашия – один из самых благополучных регионов страны в вопросе террористических угроз.